И снова здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речканова, город Ростов-на-Дону. Хочу сегодня представить вашему вниманию вот такую коллекцию от замечательной дагестанской мастерицы Зумруд Гаджиамаровны. Давайте вместе с вами ее посмотрим. Для тех, кто первый раз зашел на мой канал, свои видео выкладываю в 8 часов утра по московскому времени. Вот такие шикарнейшие серьги. Адуляр и апатит. Покажу апатит близко-близко. Посмотрите, какая фантастическая иризация по камням. Стиль и изящество. Вот так с обратной стороны. Занижение штифта 3 мм на любой прокол и на любую мочку. Высокая прижимная лапка. Стоимость этих великолепнейших серег 7 тысяч рублей. Вес одной серьги 12,3 грамма. Вот такая сказка про зеолиты в огранке. И вот с такими дракончиками. Занижение штифта 5 мм на любой прокол и на любую мочку. Высокая прижимная лапка. 3,6 грамма. Вес одной серьги. И хочу все-таки еще показать. Так. Смотрите, 3,5 сантиметра длина этих серег. Так, предыдущие серьги, длина серьги 6 сантиметров. Вот, 6 сантиметров длина серьги. Так, и еще одни серьги покажу. Вот такие турмалины-полихромники, дикие, натуральные, не облагороженные. И вот, вот с такой, смотрите, с такой иризацией по краешку. Здесь и турмалин Шерл, и дровит, и рубелит, и беленькие – это ахроид. Вот такие два великолепнейших слайса. Ну и плюс работа нашей замечательной мастерицы Зумруд Гаджиамаровны. Швенза, занижение штифта 1 мм на любой прокол и на любую мочку. 8,2 грамма вес одной серьги. Стоимость серег 10 тысяч рублей. Так, далее набор Кахалонг. Сказка. Занижение штифта 2 мм на любой прокол и на любую мочку. Вот такая высота камней. Изделие не плоское, изделие объемное. Красота из красот. Вы знаете, вживую вот это сочетание светло-зеленого и белого, оно, конечно, вот просто бомбическое. Вес одной серьги 6,1 грамма. Вот на таком шарнире. Это модель Япония называется. 20 размер колечко. 15 тысяч стоимость набора. Если вдруг кому-то нужны кольцо отдельно, серьги отдельно, все, пожалуйста. Будем с вами смотреть. Будем разговаривать. Вот такое шикарное кольцо. Сказка. Далее. Еще более сказочные серьги. Фантастический турмалин рубелит и аквамарин Забайкалье.
Вот такое очень необычное сочетание. Так, длина серьги 5,5 сантиметра, занижение штифта 1 миллиметр на любой прокол и на любую мочку. Великолепнейшие, просто фантастические рубелиты. Вот, и все это вот так будет у вас на ушке, на просвет. Так, 8 грамм вес одной серьги, стоимость 10 700 рублей. Так, здесь же было кольцо с опалом, шикарнейшим опалом. 18,8 размер, 10,61 грамма вес изделия. Вот такая сказка. 13 тысяч рублей стоимость кольца. Очень красивое кольцо, очень. Вот так с обратной стороны. И вот так, смотрите, опал на просвет. Модель литьевая, но очень красивое изделие, очень. Камень завораживает. Так, следующая у нас подставочка. Серьги с марганитом. 5,38 грамма. Вес одной серьги. Марганит. Вообще серьги очень стильные. Очень. Занижение штифта 1 мм на любой прокол и на любую мочку. Марганиты прозрачные. Вот так будут у вас на ушках, значит, с естественными трещинками и включениями. Марганит — это розовый берилл. 12 тысяч стоимость серег. Здесь же на подставочке было вот такое фантастическое кольцо. Это эвдиалит высочайшего класса. Красавец. Вот он. Вот. Вот такая красота. И вот с таким розовым сапфиром. Вес изделия 20,34 грамма. 18,5 размер колечко. 10 тысяч стоимость изделия. Так, и здесь же вот такой набор. Хотя, наверное, можно, наверное, и все отдельно. Стиль, конечно, фантастический. Это рутиловый кварц, кварц с включением рутила. Вот такие шикарнейшие серьги. Занижение штифта 1 мм на любой прокол и на любую мочку. Модель на шарнире, Япония. 6,2 грамма вес одной серьги. Колечко 19,5 размер. И вот в таком исполнении. Можно отдельно, можно вместе все купить. Колечко 19,5, стоимость набора 14 тысяч. Если вдруг кому-то нужно будет отдельно, будем договариваться, будем разговаривать. Так, шикарнейшее, сказочное. Это хризоколла с малахитом. Вот такие ящерки. И это все на черном змеевике, на подложечке. Длина серьги 4,5 сантиметра, занижение штифта есть и на любой прокол, и на любую мочку. Эти сказочные серьги.
6 грамм весу до серьги, 8000 стоимость серег. Так, покажу я два браслета здесь же. Это красная яшма, Урал, очень редкая, камень, обладающий просто сказочными свойствами. Вот так это все. Вес 28,97 грамма. Вот так это все очень красиво. Так, и размеры. Размер от 16, от 17 до 19,5. Вот так, от 17 до 19,5. И вот такой комплимент от мастера. 9000 стоимость этого браслета. Так, и еще один браслет есть. Вот такой жесткий браслет. Вот в таком исполнении. Вот так с обратной стороны. Вот так он. Это перитизированный аммонит. Размер браслета на 18, 18,5, 19, 57,66 грамма, стоимость 13000 рублей. Вот так. Ну и посмотрим мы с вами вот эту подставочку. Давайте я, наверное, буду по одному показывать. Гривна 4500. Остались гривны гладкие. И вот на такой гривне можно все отдельно. Это не набором. Это я просто показываю, как это вообще как это носится. Вот такой аммонит. Скорпиончик, стоимость его 6000 рублей. Так, длина скорпиона почти. Так, сейчас мы его вот так посмотрим. 3,8 миллиметра с хвостиком. Далее, 6000 стоимость скорпиона и 4500 стоимость гривны. Далее еще один подвес. Это шикарнейший. Вот такой. Посмотрите, это пейзажный петерсит. Вот такая желтая луна. И горы. Так, вот. Вот, смотрите, сколько здесь можно себе всего нафантазировать. И сказка тут, и все-все-все. Смотрите, смотрите, какая красота. Блики, бликуют мои лампы. Ну вот, пытаюсь показать. Вот такая совушка, символ мудрости. У совы в глазках цитрины. Размеры этого изделия 5,5 сантиметров. Кулон не маленький. Стоимость изделия 9000 рублей. Так, и покажу вот такое шикарное изделие. Это, смотрите, какая красота, смотрите, какая прозрачность. Это турмалин полихромник, ближе к арбузнику. Вот был бы замкнут все-таки вот этим рубелитом дровит, ну вот был бы полный арбузник. Вот такая красота. Разноцветная, разноцветные искорки, иризация шикарная. Браслет, простите, подвес с красным гранатом, гранат альмандин. И вот такие у него параметры.
3,8 на 3 сантиметра. Стоимость подвеса 8000 рублей. И к этому подвесу есть вот такие шикарнейшие серьги. Вот кто переживает, что с такими украшениями, вот как носить такие украшения, давайте вот так, чтобы это все на просвет. Вот смотрите, к этому подвесу есть вот такие сказочные серьги. Серьги двухсторонние. Вот с этой стороны вот так дракончик обнимает вот такой лунный дракон, обнимает луну. Посмотрите, какая красота. Полихромный турмалин. Это что-то. Вес одной серьги 11 грамм. И вот так они будут вместе. По-моему, шикарнейший комплект получается. Стоимость серег 12000 рублей. Так, ну вот на этом, наверное, я хочу и закончить свой сегодняшний показ. Будьте здоровы, всего вам самого-самого доброго. С вами была Татьяна.